Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем «Ангел даст прости». Новенький трещок, точнее, нихуя не новенький, ему, ну, уже полгода, да, от «Ангел даста». Я, по-моему, его что-то слышал, а может, ничего не слышал. Вот. Эшкере Генг. «Angels in the Trap». Окей, окей, допустим. Что-то мы у него слушали? Или ничего не слушали? Напомните, просто я не помню его, но ник знакомый. Вот, не знаю, что это за чел, что он делает, но продакшн у нас Familiar 9, да ведь это 9, тоже ничего не знаю, короче, какие-то SoundCloud типы, SoundCloud Movie, ничего не знаю, вот, не шарю, как обычно. Если что, это платный заказ, спасибо, бро, большое за поддержку. Если вы тоже хотите что-то заказать, то ссылочка в описании на Twitch, обязательно заходите, там есть донат алерт, все внимательно читайте, донатите, ищите себя в Телеграме, вот, ну и на Ютубе, конечно же. Пробуйте Дискорд, тоже не забывайте. Мы начинаем. Охуенная просто облога. Реально очень крутая. Если трек реально с таким вайбом, то это прям супер облога. Если нет, то, ну, очень печально. Все, в конце 23-го новогодний, так сказать, подарочек, да. Слушаем, что это такое в итоге. Let's go. Слушаем, да. Hey, ну да, новогодний. Очевидно, что новогодний. Под елку, да. Рок-версия, давай. Бит уже впечатляет, на самом деле. Но сердце шрамы не затянет пластин. Может, не хочешь, но нам надо расстаться. Чувствую код, я кусаю пальцы. Прости, мне со мной находиться опасно. Красиво. Раз на четверке. Что ничего не заменит твои печали. Я сделаю все, чтоб они никогда не узнали. Никогда не узнали, что ты хочешь быть со мной. Я хочу плыть под губами. Окровавленные руки я заполню слезами. Не могу быть с тобой, почти я должен оставить позади все твои чувства, что меня сильно ранит. Ты хочешь быть со мной. Я хочу плыть под губами. Окровавленные руки. Гитарка круто работает еще на фоне. Бля, бит охуенный тоже, да, круто работает. Атмосферная хуйня. Реально. Да не, картавость, по-моему, прислайд. Картавость, она, ну... Картавость, по-моему, ну, не этот, как его, не негативная, как сказать, блядь, не заебывающая, не напрягающая, ну, типа, нормальная такая. Давайте теперь внимание, читаем текст и смотрим на рифмы. Пластырь, расстаться, пальцы опасно, кайф. Приятно, взгляды, гадость, мечами, печали, узнали, со мной губами, круто. Слезами оставить, нихуя себе, что? Ладно. Красиво, если буквы R в тексте не будет. Да не, как по мне, картавость такая, не напрягающая. Она идет вайб-треку, хуй знает, как будто прикольно. Мне нравится, в этом есть какая-то фишка, в этом есть какая-то индивидуальность. Прикольно? Хороший трек, добавлю к себе точно. Это прям плюс вайбик, вообще жесткий. Ладно, если не сейчас сказать, то можешь чек ТГ и слушать эти треки. Я сейчас так и сделаю. Картавость у милых девочек очень милая. Это не милая девочка, но тоже круто. Нет, это картавость такая, ну, не, ну, типа, не напрягающая. Вот сначала, когда я Декму слушал, у меня была напрягающая картавость у него, которой мне приходилось привыкать. Сейчас уже похуй. Вообще не замечаю ее даже, блядь. Добавляй ангел даста в артисты, за которыми мы следим. Он есть на площадках и дропает иногда. А если есть, то давайте. В испытательный срок. Да, есть. Действительно есть, вижу. Да, все хорошо. Хорошо. В испытательный срок.
Потому что это не прям с ноги, пиздец. Но интересно. Чего. Спасибо большое. Да, это хороший трек. Отличный вайп у него. По структуре чего-то особенного особо нет, но очень интересный бит построен. Да, кстати, вайп по блоге, ну, в целом, да. Кайф, мне зашло. Так, давайте посмотрим рок-версию трека. Но что-то мне подсказывает, что рок хуйня будет, честно говоря. Что-то мне подсказывает, что не совсем понятно. Прям чувственно, да? Окей. Он даже перепел. Ну и все, нахуй, хватит нам, да? Ну... Душно звучит рок-версия, да, да, да. Как будто вот такой стиль ему больше подходит, чем рок. На роке интересно, но вот тут и картавость мне не нравится на роке. Тут как будто она плюс вайб дает уникальность, и не так, типа, не так скучно, как могло быть. Тут на роке инструменталы так, типа, нормально, да, вещи интересные. И трек, типа, чувственный, он вроде даже пытается. Но картавость тут, мне кажется, уже... Не на пользу играет. Все, позалетишь ко мне на шугейс альбом. Ну, опен кидай, залечу. Залетишь ко мне на 500 BPM альбом. Ну, опен кидай, залечу. Это тебе Chrome Hearts. Хоу. Закажу Nine Mace Inferno и закину тоже рок-версию. Спасибо. Давай, делай. Все, спасибо большое. Это было очень неплохо. Будем следить теперь за этим челом. Это было, да, плюс вайп. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.